Ребят, всем привет! Как многие из вас видели, совсем недавно я приобрел вот такой вот замечательный станочек у компании Metal Master. Токарный станок с электронной гитарой MML2140VE. Станочек ко мне пришел быстро. Я его распаковал, установил его на свое законное место. Ну и, конечно же, как любой инструмент, любой станок, любое оборудование, когда только приходит в мастерскую или в гараж, сразу же охота его попробовать в работе. Я готовился к егошнему приходу, и для того, чтобы мне попробовать его в работе, мне пришлось на моем фрезерном станочке два резца с державками на 16 мм расточить под державку вот этого вот станочка с 16 мм на 12 мм. Расточил я резьбовой и проходной упорный. Ну а чтобы в полноценную работать на этом станочке, двух резцов мало. А если я все свои резцы расточу под вот этот вот станочек, то у меня не останутся резцов работать на моем большом станочке. Поэтому, долго не думая, я решил приобретать потихонечку на этот станочек оснастку. Но так как сверлильный патрон в заднюю бабку моего станка у меня уже есть, вращающийся центр тоже, но нет резцов. И поэтому я решил приобрести для моего нового станочка резцы подсменные твердосплавные пластинки с державкой на 12 мм. Как раз таки под резцедержатель моего станочка. А приобретал я резцы у компании Metal Master Tools. Торгово-промышленная компания Metal Master Tools является структурным подразделением Metal Master Group. И основана она в 2000 году. Metal Master Tools занимается производством инструмента и реализацией технологической оснастки для металлообрабатывающих станков. Пильные полотна, резцы, станочные тиски, вращающиеся центры, цанги, поворотные столы, сверлильные патроны, делительные головки, охлаждающая жидкость, ленточно-пильные полотна и много-много инструмента и оснастки. Давайте сейчас же вскроем коробочку с резцами, рассмотрим их и попробуем их в работе. Вот такая вот коробочка. Набор резцов со сменными пластинами ТИН, 7 штук. Вскрываем, смотрим. Комплектационный лист с кодами пластин под эти резцы и количество штук. Сами резцы и 3 ключика. Шестигранник для смены пластинки на отрезном резце и 2 ключика для смены пластинок на остальных резцах. Итого 7 резцов. Отрезной, резьбовой или резьбонарезной, как вам удобно, прямой резец, проходной упорный правый, проходной упорный левый. Все основные резцы для наружного точения. Для внутреннего точения я приобрету чуть-чуть попозже. Достанем из коробочки любой резец и померяем державку. 12 мм. Все четко. А чтобы не занимать ваше драгоценное время, все резцы в работе я пробовать не буду. Попробуем 3 резца. Проходной правый, резьба нарезной или резьбовой, как вам удобно, и, конечно же, отрезной. Мои фрезерованные резцы убираем и ставим проходной упорный правый резец. С одной стороны резцедержавки поставим проходной упорный, а вот с этой вот стороны поставим отрезной. Установим конус в заднюю бабку и посмотрим, правильно ли у нас установлен резец по вертикали. Да просто идеально. Тютелька в тютельку. Проставок и подкладок никаких не нужно. Резцы с 12-мм державкой просто четко, просто идеально сидят в резцедержавке. Пластмасс, карболит, алюминий, дюраль алюминий. Это понятно. Будем резать сталь. Начнем с отрезания. Отрежем вот такой вот кусок трубы, диаметр которого 35 мм, а толщина стенки 4 мм. По оборотам 550 оборотов в минуту. Отлично.
Режет просто превосходно. Теперь на этих же самых оборотах, 550 оборотов в минуту, этот же самый кусок трубы, чуть-чуть выдвинем его и облагородим правым проходным упорным. Проходной резец тоже повел себя очень даже хорошо. 1,5 мм на сторону, 3 мм на диаметр. Ну а теперь режем резьбу на этом же самом куске трубы. Замкнули маточную гайку и настраиваем параметры электронной гитары. Так, метрическая резьба. Шаг 1,5. Дистанция. Ну, пускай 11,32 мм. Правая резьба. Ручной режим. Старт ручной. Запуск ручной. Так, 0,6 это пропускаем. Сохраняем. Настройки сохранили. Шаг 1,5 мм. Метрическая резьба. Дистанция 11,32 мм. Резьба нарезана, выключаем станок, проверяем. Шаг 1,5. Отлично. При том, что резал на сухую. Резцы со своей работой справляются просто отлично. Друзья, резцами я доволен. В работе они себя показали просто супер. Ссылку на резцы на сайт компании Metal Master Tools я обязательно оставлю в описании под видео. У них много различной оснастки и инструментов. Так что проходите, выбирайте и приобретайте. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока.